Адаптера. Этот адаптер используется для диагностики автомобилей. Сейчас я держу в руках самый маленький адаптер, самый современный. Такие адаптеры бывают в разных корпусах, и они разного размера, хотя внутри адаптеры абсолютно одинаковые. Сейчас я держу в руках черный адаптер. Этот адаптер такого же размера, как и синий адаптер. Отличие их в том, что на черном адаптере присутствует аппаратная кнопка «включить-выключить адаптер», которая позволяет экономить заряд аккумулятора и оставлять адаптер в автомобиле. Адаптеры ELM327 Bluetooth поддерживают все автомобили, которые выпущены в Штатах после 1996 года, все автомобили, выпущенные в Европе после 2001 года, а также русские автомобили не старше 2005 года. Адаптер очень легко устанавливается в стандартный разъем диагностики автомобиля. Сейчас мы находимся в автомобиле Hyundai Solaris 2012 года выпуска. Здесь разъем диагностики находится под рулем. Сейчас я покажу, как легко вставить адаптер. Адаптер устанавливается очень просто, как видите. На адаптере присутствует несколько индикаторов. Красный индикатор – это индикатор того, что есть питание на адаптере. Два других индикатора отображают передачу данных. С адаптером ELM327 Bluetooth работает целое множество приложений, как десктопных, так и под Android и под другие мобильные платформы. Сейчас я держу в руках Android-смартфон с приложением EasyWay. При помощи этого приложения можно самостоятельно наблюдать изменения параметров автомобиля, обороты двигателя, расход топлива, напряжение бортовой сети. Можно посмотреть, какие ошибки есть в автомобиле. Видно, что в этом автомобиле ошибок нету. Если бы ошибки были, приложение расшифровало бы ошибки и смогло бы погасить лампу чек. Кроме того, в этом приложении можно вести учет заправок и контролировать свои расходы на бензин. Следующая очень интересная функция – это функция предупреждения. Приложение самостоятельно мониторит температуру двигателя автомобиля и напряжение бортовой сети и заранее предупредит, если эти параметры выйдут за максимальные значения. Кроме всего этого, приложение еще автоматически сохраняет информацию об автомобиле на персональной странице автомобиля в интернете, что тоже очень полезно. Адаптеры ELM327 Bluetooth бывают разного размера. Если в вашем автомобиле OBD2 разъем диагностики находится над педалями, стоит приобрести адаптер наименьшего размера. В противном случае могут быть помехи при вождении.